Всемирный день туризма в Старомосколе отметили областными соревнованиями. Семьи из 24 муниципальных образований Белгородчины приехали в наш город, чтобы вместе посостязаться в туризме, отдохнуть и получить массу удовольствий. На семейные состязания в Старый Оскол приехали команды из Белгорода, Алексеевки, Валуи, Губкина, Прохоровки, Грайворона, Шебекина и других районов области. Участников соревнований приветствовал заслуженный мастер спорта России Виталий Дунайцев. Рад присутствовать на таком семейном спортивном празднике. Очень приятно, когда родители вместе с детьми занимаются спортом, показывая это все своим примером. Я желаю вам удачи, хорошо выступить, получить массу положительных эмоций. В составе команды папа, мама и двое детей. Семейство Абрамовича из Борисовского района уже не новички в семейных состязаниях. Тимбилдинг, семейный велопробег. Папа, мама, я. Папа, мама, я, да. БТО сдавали вместе. На выходных сложно сидеть в квартире. Необходимо выбираться на природу. Это очень хорошие примеры для детей. Ну и нам отдохнуть. Почему бы нет? Хорошая погода. Наша семья самая спортивная, самая крутая. Мы всех порвем. А Шатохины из Алексеевки решили попробовать себя в туризме по совету друга и ничуть не пожалели. Первый раз принимаем участие, получаем массу удовольствия, очень интересно. Ну что, и привлекаем к этому детей. За здоровый образ жизни боремся. Мне очень хорошо здесь, понравилось. Что именно понравилось? Лабиринт, еще канат. Еще там какой канат еще есть. Горка по канатам. Главное поучаствовать. Да. Надо провести хорошо выходные. Как сказал главный судья этого мероприятия. Массу удовольствия. Получить массу удовольствия, а победа, чтобы потом. И главное, без травматизма. Задача каждой семьи – пройти три этапа. Полоса препятствий с карабинами, тоннелями, тарзанкой и бревнами. Ориентирование по карте с обязательными точками в маршрутном листе. И теоретическая часть. Правильно собрать палатку, сложить бревна для костра и объяснить обозначение на карте, название птиц, животных и растений. Такие масштабные соревнования по туризму Старый Оскол принимает впервые. Здесь очень такое представительное со всех буквально районов. Белгородской области, порядка более 20 команд, великолепная судейская бригада во главе с Еленой Владимировной Семендяевой, Дудичева Марина, Людмила Анатольевна Редругина, Вера Малахова, Сени, мастера спорта, кандидаты мастера спорта. Но судейство, я думаю, что будет объективное и хорошее судейство. По итогам соревнований самыми спортивными и сплоченными оказались семьи из Белгорода и Красногвардейского района. Мария Кретова, Евгений Левошко, Денис Остапенко, 9 канал.